Добрый день! Как вы уже видите, сегодня наш ролик посвящен мотоциклу, который называется Falcon Spitfire. Данная модель продается на рынке России уже более 10 лет. Назначена именно для асфальта, для шоссейной большей езды даже. Ну, по городу, конечно, тоже можно погонять. Вот этот представлен черный цвет. Также они вообще бывают и зеленого, и синего цветов, и красный. Сейчас по наличию у нас есть красный и черный. Черный матовый, очень эффектно выглядит. Колеса 17 диаметра, то есть передние колеса идут 110 на 70 на 17, сзади стоит 140 на 70 на 17. Если из щитка прибора смотреть, здесь есть указатель уровня топлива, то есть это мало в каких моделях представлено. Есть тахометр, есть спидометр полностью электрический. Есть также указатель уровня заряда аккумулятора. Все вот это выглядит вот так вот, включенным. Показана нейтральная передача, то есть нейтраль, поворотники левый, правый. Свет дальний, ближний, дальний. Все это выведено на щиток приборов. Зеркала очень красиво, стильно выглядят. Стандартные ручки управления, воздушная заслонка уже выведена на руль. Ну, так как там пластик, там практически не добраться просто рукой. Имеется кнопочка, кстати, чтобы мигать светом. Руль на клипонах, то есть можно регулировать расстояние между руками ближе, дальше. Ну, стандартное для такого типа мотоциклов решение по управлению, если брать рулевую колонку. Телескопическая вилка перевернутого типа. Если заднюю часть рассматривать, тут моноамортизатор с режимом регулировок. Достаточно мощно все сделано. Цепочка идет 520, тоже стандартное решение для кубатуры такой двигателю, если смотреть. Тормоза, тоже очень важный момент. Тормоза дисковые спереди и сзади, а спереди двойные дисковые тормоза. То есть два дисковых тормоза, два суппорта, независимых друг от друга. Я 1,75 м, как раз вот он мне под мой рост идеален, просто подходит. Единственное, что щиток хотелось бы повыше. То есть, когда будешь сотку ехать, мне кажется, все будет прямо в лицо. Хотелось бы его немножко повыше. По двигателю. Двигатель идет 250 кубиков с балансирным валом. То есть, вот можно это увидеть. С верхним расположением распредвала. Что немаловажно для России, вот это вот очень многие спрашивают, кикстартер дублирует электростартер или нет. Вот здесь это, конечно, очень большой плюс, что есть кикстартер. Подножки складные, что у водителя, что у пассажира. Вообще, в принципе, переключается все четко. Тормоза работают очень информативно. Подвеска очень мягкая. Единственное, что вот в шоссейных мотоциклах большой радиус разворота. Ну, от этого никуда не деться. Такая конструкция рамы и самого мотоцикла. Бензобак, конечно же, на замке. Стандартно сейчас уже для всех очень четко все работает. Сигнализации в комплекте нет. Вы послушайте, как он работает. Работает очень четко. Сам двигатель тоже без каких-то посторонних шумов. Все достойно. Можно сказать про поворотники, они диодные. Сигнал тоже на диодах. Ну, фара галогенка простая, то есть дальний, ближний. Но светит очень хорошо, кстати, посмотрели вечером. Еще хотелось бы обозначить, как он скорость набирает, то есть очень достойно.